Он не страдал, он не ходил за нею, не объяснялся, кепку теребя. Она сама однажды, чуть робея, ему сказала: «Я люблю тебя». Его друзья томились в ожидании, худели от бессонницы и дум, и вечером просили для свидания его же новый синенький костюм. А тут сама в морозы прибегала, на стул бросала шапку и пальто. И он решил, ему такого мало, и он решил, что это все не то. Ушел, уехал, ждал особой встречи, других красивых провожал домой, ловя себя на том, что каждый вечер он, засыпая, думает о той. Ей написал письмо на 3 страницах, а через месяц получил назад. Ну что с такой обидою сравнится, чем эта надпись «Выбыл адресат». Вдруг стало все бесцветным, не клеилась работа, как на грех, и виноват никто как будто не был, но счастье стало трудным, как у всех.